Еще без постоянных номеров он сверкает чистыми боками в лучах солнышка. Новенький ПАЗ будет возить таланты сельских клубов. Ну а пока водитель с большим стажем Николай Патрижицкий принимает агрегат. Требовательным взглядом мужчина исследует отечественный автомобиль, который имеет явные преимущества перед своим корейским предшественником. Он комфортабельный, он большой, он... обзор у него вообще по сравнению... Вот, вот я с Владивостока его гнал, вот, приятно просто на нем. Я очень рад, что получил новый автобус. Спасибо губернатору за, самое, за такое нам... это такой подарок. 5 лет Николай работал на импортном автобусе. Пробег за 20 лет транспорт намотал немалый. Потому все больше в горизонтальном положении проводил рулевой. Чинил неполадки, говорит, каждый день. С новым автомобилем проблем будет гораздо меньше, уверен мужчина. Совершенно непередаваемый запах новизны. С сиденья еще не снята заводская упаковка. Но руководители учреждения культуры уже заметили одну замечательную особенность. Здесь имеются вот такие вот поручни. На них коллективы Уссурийска смогут размещать свои концертные костюмы. Новый транспорт развяжет руки сельским творческим личностям. На территории деревень округа 24 дома культуры, в которых занимаются почти 3500 человек. 7 коллективов имеют особые звания – народные, образцовые, заслуженные. Участие в краевых конкурсах для них обязательное. Новый автобус для нас – это такое долгожданное, радостное событие, которое позволит быть еще более активными, повысить качество оказываемой услуги. И мы очень благодарны губернатору администрации Приморского края, администрации Уссурийского городского округа за такой своевременный, очень нужный, замечательный подарок. В целом в приморскую глубинку уехало 12 автобусов. В предыдущие 2 года деревенские клубы получили 22 транспортных средства. Таким образом, теперь все сельские творческие коллективы края получили свободу передвижений. Приобретение этого транспорта – исключительно краевые деньги. В 2017 году автобусы обошлись казне Приморья в 38 миллионов рублей. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.